Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего и Соня. Здорово, здорово. И мы продолжаем умирать. А тут нет входа, тут нету входа на чердак. Держу в куб. Должен быть там как-то хитро. Там кубики надо, есть. Кубики надо. Я, по-моему, сломал их. Кубы нужно сделать. Кубики. Сейчас, подожди. Делаю кубы. Сделал кубы. А почему? Нет, не всех зачистили. Я наверху, Саня, давай. Я понял, а я отстреливаю здесь. Вроде должен вытянуть здесь двое. Саня, ты их вытянешь? Да, должен. Если у меня патрошки сейчас не кончатся. Пойду помогу тебе тогда. Все. Кончилось? Или ты сдох? Или ты победил? Нет, все, я победил. Давай. А зачем, говоришь, картину ломать? Тут могут быть... Ага, я за понял. За картинами не штыки бывают. О, да. Нашел что-то не штыки, да? Да, за картиной. Так, на магнум есть патроны у меня? Саня, блин. Ну что ты не говоришь, что здесь полная жопа. Всем, кстати, привет, ребята. Приятного просмотра. Мы продолжаем, блин, а. Ну что ты пугаешь, ты топором махаешь, ну на меня уже идет. Жесть. Фух. Так, вроде готовься. Квадратный Майнкрафт. Какой готовься. Да, контрольный. Да-да-да, у меня уже ненависть к ним лютая. Я уже контрольный. Надо как-то, наверное, чердак все-таки где-то найти. Я же нашел, пойдем за мной, пойдем. Я там ход сделал даже. Так, где наверх нам надо? Вот сюда, поехали. Вот он. Вот сюда, чпок. Вот тебе и чердак. Сейчас, подожди, знаешь что? Смотри, там наверху ящик. Дай-ка я пистолетик заряжу. Еще на всякий случай. Все, здесь все, больше никого не видишь? Нет, ну там наверху я вижу ящичек, смотрю. Так, хоп. Думаешь, получится? Так, хоп. Вот. Моя упасть опять. Саня, там что-то жесть. Да, иди сюда быстрее. Тут какая-то же. Так, я тебе скинул один противогаз. Не знаю, надо, нет. Можешь пригодиться. О, бензопилу нашел. Бензопилу? Да, теперь у нас будет дерево. А теперь у нас, говорит, будет дерево. Так, ты в оружии сидишь? Ну? Я уже ни в чем, можешь лутать. И сам такой. Не успел. Так, поехали дальше. Блин, ну это вор, конечно. О, СМГ-5 нашел. Да. Так, это что за боты? Нифига, я айрон боты нашел. Съестил? А у меня айрон. Круто. Слушай, а ты Iron Helmet взял? Helmet нет, не брал. Там же я оставил каком-то. У меня 5-й левел есть ненужный футбол хелмет. Надо тебе? 5-й уровень, 5-й чего? Футбольного шлема американского. А, нет, а его оставь. Мало ли, придется где-то одеваться. Так, давай углы проверяем, тут ничего нет. Так, ребят, это получается наш дом. С прошлой серии мы просто страдали, зачищали его от зомби. Теперь он стал наш. И что мы будем делать? Мы будем в этом доме пытаться выживать от орды зомбачей. Кого-кого? Спускаемся вниз. Погнали. Ну, мы же здесь просто пробежали, нам надо залутать все. Да. Вопрос в том, что... Ну, я так полагаю, на чердаке был самый крутой лут, да? Да. И он был реально крутой. Айроны там, шмайроны всякие. Так, у меня есть Муфит коннекторс. Это интересно, на чё? Noise Reduction.
это, наверное. Ну-ка. Сюда, сюда, модифуе. Модифуе здесь. Ничего не могу замодифуить. Модифуе здесь могу замодифуить. Вот это. И вроде как все. А сюда замодифуе. Ничего не модифуе. Сюда тоже ничего не модифуе. А лук можно модифуе? Лук можно. Все, нормально. Так, спальники будем менять или нет? А, да, на этот дом уже. Но мы сейчас, знаешь, что... Че? Туда складируем лут, который нам не нужен для обороны. А где, куда складируем? А назад на базу бежим. А, туда побежим? Да. Еда была какая-нибудь? Есть у меня скинуть? Ну, у меня еда есть вроде. Ты где? Да вот перед тобой стою. Я колесо уже одно нашел. На машину, да? Ну, на машину, на велосипед, на все колесо. Понял. Я что-то не нашел еды, где ты скинул. Стой. На. А, у тебя она? Скинул. Все, погнали. Покатили. Пипец, так, конечно, подожди, это была жестокая зачистка. Нет. Нет, там не лутал. Ага. А все, вот погнали, еще стена. Погнали выкидываться в этом. 16-14. А, стой. Здесь еще знаешь, что бывает? Сумка спрятана вот здесь. За этим. Так. О, что такое? О, сумку нашел. Бабло и стрелы и вода. Ну, ё-моё, а. О, так ты стоишь на луке. Ящики. Да. Все, золото. Все, погнали. Так, все складируем. Стой. Итого у меня 100 на патрон на пистолет, на марксманскую винтовку 80, на дробаш у меня 20, на магнум 4, и все, и стрелы к луку. Все, я чувствую, нам полная хана, прям полная. Полная, абсолютно с тобой. Че, думаешь, не задефаемся, да? Думаю, не. Саня такой говорит, ты это, говорит, я буду домом заниматься, а ты лутайся там, ходи, говорит. Ты что, залип? Погнали быстрее в этот, в бункер-то. Ты идешь? Так, идем в бункер, вижу, да. Идем в бункер, и сейчас будем складировать наши все шмоточки. Шмоточки соскладируем. Возможно, я пойду пытаться опять фармить, а Саня будет заниматься... построечкой и апгрейдом этого каменного дома. Здесь бункер у нас предназначен для того, чтобы мы сохраняли наш лутенский, так сказать. А в том доме мы будем заниматься лютой обороной. Так, сейчас скидываем все, что нам не нужно. Выкладываем. И после этого отправимся... фармить, наверное, опять дома. Я надеюсь, в этой серии получится это сделать намного легче, хотя не уверен, потому что как одному здесь вообще что-то делать, я пока не совсем понимаю, потому что прилетает, будь здоров. Так, луки, боу, пист... О, боу третьего! Ух ты, отлично! Убираем. Кубы убираем, это убираем... И все, да, будет казинг. Ну и все, по сути, я готов. Так, ты что, Саня, тут? Да, частично. Ты что, пошел? Я пошел тогда искать всякую всячину? Давай, лутай, я тут дом начну готовить. Давай, так, у меня дробаш. Так, нужно как-то научиться выходить из этого бункера. Как выходить из тебя? Вот сюда, все отлично. Блин, нужно сейчас как-то попробовать по стелсу, что ли. Ну-ка, вот если попробовать со стрелами. Нужно сейчас взять опять дом. Я думаю, что мы в округе, ну, многих перебили, как бы. Сейчас буду возле этого дома искать другой дом, чтобы, если что, Саня мне мог помочь. Например, вот этот, соседний. Нам нужно, хотелось бы найти какие-нибудь тюрели, ловушечки, чтобы уже обустраивать этот каменный дом, крепость, и как-то выжить. В 10 часов начинается вечера полная задница, ребята. Добро пожаловать в полную задницу через 5 часов. Бляха-муха!
Вот что ты меня пугаешь, а? Левел подняли. Другие еще никто не выйдет. Туман. А то, как Соня сказал, сейчас, говорит, Крикунья выйдет, и тебе хана. Тут кто-то что-то жрет, да? Я ж слышал. Что здесь? Банки. Сань, ты там как? Бегу тебе на помощь. Давай. Здесь что? Здесь все хорошо. Ну, я пока взял слабенький дом, поэтому вроде как у меня получается даже его в солянку. Здесь ничего нету. Здесь что-то есть. Кто-то, я слышу, прям бежит. Прям. Гаечные ключи, да? Ух ты, ё-моё, я тебя испугался. Что ты там за сумку нашел без палева? Это ты так пошел... Это ты так... О, бежит, бегут. Вроде как в порядке, да? С улицы, что ли, кто-то идет? Ну, ё-моё, а! С улицы готовимся, сейчас будут заходить по лестнице, я так полагаю. Уже бежит кто-то. Ням-ням-ням, говорит. Либо он что-то бьет, либо я ничего не понимаю, что происходит. Она с подвала, Чего? Да ты вообще откуда? Ни хрена себе, я что-то не понял вообще. Приколы, откуда ты пришла. Теть Моть, ты откуда? У меня, по ходу дела, левелинг появился, поэтому атрибутику качаем. Все, у меня лут-лутер на 5. Теперь я хотел бы прокачать... Эти хедшоты где, Сань? Да, у меня лутер на 5. Мозер... Мозер, говорю. Лаки лутер 5. Это тебе не шухры-мухры. Понимаешь? Я теперь могу быть топовым лутером. А у тебя уже баф смерти? У меня... Нет, 14 минут написано нертравма. Что-нибудь нашел путевое? Ты что стоишь ножом тут? А? Банданыч. Банданыч. Ломай эту дверь. Ломай эту дверь. Какую? Ты наверх ушел или куда? Да, наверх. А, вот же. Это что такое? Сейчас бы в контактике еще звуки были. Ага, вижу. Поехали. Думаешь, нам повезет с лутом здесь? Ну-ка. И у нас тут патросики. Кашечки. Ага. Хоп, не успел. Ну, такой себе домик, да, я так полагаю. А еще можем что-то найти? Или нет, Сань? Ты куда это тут вообще пошел? Нету здесь ничего. Я смотрю, может, тут есть что. Так, я, в общем-то, сейчас попробую... А если сейчас упаду с крыши, будет больно? Можешь ногу сломать. Нет, спасибо, сломаешь, я пошел пешком. И даже если умру? Ну, нет, если умрешь, то все хорошо, конечно. Если, говорит, ты умрешь, то все хорошо будет. Я понял тебя, Саня. Одевай каску. Так, здесь забираем. Туалет, пистолет забираем. Ну и я пошел тогда в следующий дом. Я вот думаю, вместе с тобой или без тебя? Давай, все, я... Давай. А ты не будешь строить дом? А мы сейчас там это, прямо перед ночью переломаем лестницу и так получится. Думаешь, получится? Может, ты все-таки бы подготовил? Да. Сзади. Кто тебя прикрывает сзади? Ё-моё! Чё? Я понял.
Отличный у тебя тиммейт сразу заходит в дом полуразрушенный, думает, что там никого нету, идет тупо лутать. А тут оказывается... О, снег пошел. Представляешь? Пошел снег. Юзаем. Интеллект мне на 3 секунды, персепшн дали. Ух, я прокачиваюсь. Я становлюсь сильнее. Так, 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 так. Батенька. Что у нас тут? Здесь что у нас тут? Здесь все хорошо. Здесь у нас что? Здесь пока снег. Ты в какой дом думаешь пойти? Слушай, а давай вот этот соседний большой. Соседний. Ага, я понял, нам хана. Ох, у тебя там что там за таблетки, звуки таблеток каких-то. Таблетки, ты что, принимаешь таблетки, Саня? Да, хилюсь. Понял. Заходим? Ага, закрыто. Во, они уже заходят. Они заходят. Жалко, башка не оторвается у этой падлы. Слушай, Саня, а что это фризинг? Что-то становится холодновато. Холодновато? Да. Да, чайку. Ну-ка. Есть что-нибудь по тросике? Еще что бы нам найти? В холодильнике еда есть? Мясо сырое. Отлично. А в дом заходишь и лучше становится, да? Так, что бы нам тут еще затащить? Давай вот это покушаем. Hell Recovery. Отлично. Отлично. Подожди, этот домик казался большим. А вроде опять такой же маленький. Бля, Саня! Они к тебе пошли, Саня. Ты на втором или где? Я вижу, да, понял. На втором все хорошо. Все хорошо, говорит. Да, него... А-а-а! Толстый мазерфакер! 13 хп, прикинь. Есть что, аптечка какая-нибудь? Прикольно. Контрапейн, пей эти таблеточки. Да нету, вот, если бы были бы. Если бы были бы, было бы классно. У тебя есть контрапейнки? Да, подойди ко мне. Иду, я тут. Скину. Контрапейнки. Вижу. Хаваю. Во. Другое дело. Хаваю. Во. Так, что у нас? Что, наверх? Или там уже нет смысла? Да, наверх погнали. У нас тут холодновато. Что это такое? Что-то я тут не понял. Нет, тут пока все нормально. Расхитители мусорок. Одни мусорки. Что это такое? Ну-ка. Хаваем. Супца похавал. И колд бывает. Колд. Время-то уже, Саня, 7. Да, я понял. Поздновато, говорит. Нам надо вернуться, сбить лестницы там, подготовиться. Понял. А вот тут вот еще какой-то домик. И машина стоит какая-то. Ну-ка. Саня, подходи. Ща. А то как-то страшновато. Свет куда-то светит, не понимаю. Так, как тут заходить-то в этот дом? Через дверку? Смотри, по фонарикам. Кто-то там что-то ломает. Что за птицы? Птички тут какие-то были.
А как они наверх будут выбираться? Они не умеют же наверх ходить? Или умеют? Они умеют ломать стены по низу. А потом как-то заходить боком, да? Да хватит, вот ар... Где? Здесь вот дырки, вон он, там вылезти пытается. Красава, Саня, красава. А я туда упал, прикинь! Красава, красава. Саня, сними хана. Да. Выжил, прикинь? Санек. Санек. Санек, он выжил. А чё пейнкиллеры уже не помогают? Чё такое? Консоль какая-то у меня открылась. Как за консоль закрыть, Саня? У меня консоль... F1, все нормально. Нет, у меня консоль открывается. Ты на какую кнопку я нажимаю? Фух. Саня, у меня консоль открывается. Чё за хрень? Null refresh exception vector reference not set. Чё-то там. Steam library 7 days. Вы, говорит, этим стали? Читером, говорит, вы стали? Все, меня забанили? Саня, меня забанили из-за того, что я... Просто говорю, ты слишком много убиваешь зомби. Жестокости. Да-да-да-да. У меня, по ходу дела, полностью надо перезаходить в игру. Да. Microsoft Windows сломал. Саня! Меня забанили в 7 Days to Die. Чего? Забанили в 7 Days to Die. При обновлении CDZ произошла ошибка. Ошибка при записке на диск. Steam Library, Steam OPS, 7 Days to Die. Это как? Не, ну это просто что-то там глюкануло. Что-то глюкануло? Офигеть. Вроде захожу. Вроде захожу. Подготовка к запуску. И играть? Ты шо это? Ну-ка давай, не мудри. Изи античит. Понимаешь, Саня, я настолько читак, что меня даже банят 7 Days to Die. Но при этом... Да, Но при этом в Стиме нету этой штучки, что типа... Ну, ты плохой юзер. Юзер. Loading blocks texture, join a game, connection, OEP. Поехали, захожу. Сколько времени уже осталось? Слушай, Саня, а можно найти машину, уехать вообще за пределами карты и жить на острове, а они будут в воду падать и умирать? Классно придумал? Нет. Почему? Нет. Почему? Ё-моё там. У меня тут мой местный зомби бегает. Все, я здесь. Магазин Perfection на 6 минут. Ну-ка, юзаю. Все нормально. Я отхилялся. Ты тут уже все залутал? Все спылесосил. Но нет, конечно, тут еще есть кое-что. Поискать можно. В доме, да? Да. Но, в принципе, всех, кто тут это вылазил, я успел перебить. У тебя много патронов на дробаш? У меня 6. На дробаш у меня 136. Я могу оценить. О, давай, 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 давай. Все, спасибо. Так, что, идем дальше? Да? Нет, возвращаемся в тот дом, готовимся. Тут относим и готовимся. Понял. Понял. Погнали. А как тут выходить-то? Так. Я затерялся. Ай, блин. Задело кольчугой. Да как от здесь выходить-то? Через окно я пошел, короче. Через окошко. Во. Во. Я вышел через окошко. Ё-моё. Так, а где наш дом-то? А как, а где можно вообще найти машину? Что-нибудь такое? Делать. Её только делать сначала. А, её только делать? Я думал, ты ее можешь нечаянно найти так.
невзначай. Какой так, делать, если тут каждую ночь жопа? Как тут вообще что-то делать, если каждую ночь жопа? Нам нужно какие-то турели искать, да, чтобы не было жопы? Делать тоже делать надо. Надо искать. Понял. Так. Че там, ко мне кто-то идет? Да. Ой. Остановился перекусить. Чё-чё-чё? Похилиться. Я говорю, остановился перекусить, похилиться. Так, давали. А где этот, как его найти? В хедшоты качать, хедшоты. Бум хедшот, это Strange? Первый за. Так, перфекшн. Бум хедшот, вижу. Вот его качать. На три у меня хедшот. Отлично. Прокачан. Чтобы им головы разрывали, да? Ага. Когда полностью выкачиваешь, то он начинает рвать часто. И, грубо говоря, с первого раза они умирают? Не-не-не, там этот шанс. Понял. А ты этот, ты что, уже в дом зашел? А мы лут-то что, будем относить или не будем? А я и бегу относить. А, ты и бежишь лут относить? Да. Все, иду. Тоже отнесу. И заходим, получается, в дом в этот, да? И готовимся? Да. И начинаем готовиться. Так. Подожди, а где тут заход-то? Уже не влазит ничего. В туда, да? Ну, блин, надо. Ничего не так. Влазит. Ну, построй еще. А я сейчас и делаю. Так, а я пока вот сюда вот зайду. Ой-ой-ой. Ага, зайду, время 9. О, все, пока. В 10 начинается, да, Сань? Да, заходи. Все, пока, Сань. Так. Пока-пока, Саня. Та-та-ти-та-та. Так, это я оставлю. Выкладываю. Пока-пока, Санек. Та-та-та-та-та-та. Чувствую, нам сейчас придет полная жопа. Осторожно ты. Так, у тебя есть патроны на магнум? На магнум? Во втором. Да. Ну, посмотри по ящикам. Уже времени нет, но я помчался туда двери эти ломать. Понял. Так, патроны, магнум вижу. Где дом-то? Все, сколько времени? 40 минут осталось. 40 минут. Так. Все, понял. Ты мне один ящик не открыл. Ну и ладно. Так, я тоже убегаю. А где? Где? Вижу. Уже. Иду. А мы оставим эту жопу на... Когда? На следующий ролик? Смотри, или... Давай, забегай. Сейчас. А что у меня этот плохо... А, вода. Я воды не взял, походу. Хана тебе. У тебя есть вода с собой? Нет. Он у меня очень медленно бегает. Что... Прикольно. Я пиво выпил, и все туманное у меня. Ничего, скоро отпустит. Забегай внутрь быстрее. Я внутри? Я внутри. Наверх иду. Забрался? Ты где внутри? В каком доме? Наверху иду. У тебя вроде, да? Ты уже внутрь забрался? Все, то есть да, наверху? Да. Так, подвал ломаем, лестницы. Забирайся уже... выше, на самый верх. И лестница прям, ломаем. Прям на крыше? Прям на крышу? Да. Вот я вижу, а как ты здесь? Ломать. Понял. Так. Нету стамины. Все. Еще надо? Нет, вот этот ступень полный, да. Приседай и пол ломай. Так. Все, теперь не должны выпрыгнуть. Все. Готово.
Так, теперь идем сюда, и здесь то же самое делаем. Понял. Полный пиндрец. 48. Полный пиндрец. Так. Я не могу, не достает. Все. Достает. Это достаточно пока. Так. Что делаем? А сейчас мы говорим, что... А сейчас мы говорим, что нам полная жопа? Да. И мы увидимся в следующей серии. Бугагашеньки! Бугагашеньки!